Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Милые близняшки покорили мир своей завораживающей красотой, как они выглядят спустя 4 года. Очаровательные сестрички появились на свет в 2011 году. Крошкам дали имена Морган и Меган. Девочки с потрясающей внешностью росли, мама посвятила деткам страницу в социальной сети. Куколки сразу же стали популярными, у девочек несколько тысяч подписчиков. Сейчас близнецам по 8 лет. Чем же занимаются милые девчушки? Сестрички-американки засветились в модельном бизнесе, что вовсе не удивительно. Было бы странно скрывать таких красавиц. Морган и Меган способны покорить даже самое черствое сердце. Одна из девочек страдает от гетерохромии радужной оболочки. Один глаз у Морган голубой, а второй темно-карий. Однако разные глаза не портят девушку, а скорее придают особое очарование. Мама близняшек совершенно не переживает по данному поводу, ибо гетерохромия безопасна для здоровья Морган. Кроме того, дядя и тетя девочки отличаются разным цветом глаз, поэтому Морган не первый случай в данной семье. Девчушки участвовали в продвижении коллекции детской одежды Neon Kisses. Очаровательные близнецы преуспевают в модельном бизнесе, а поклонники отмечают схожесть Меган и Морган со знаменитой певицей Рианной. Девочек по праву стоит назвать красавицами. А что по этому поводу можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.